Так часто бывает, что, заглянув на кастинг, человек раз и навсегда остается на телевидении. Никита приехал в Анапу отдыхать и остался здесь именно благодаря Анапа-регион. А таких, как Никита Андреевич, говорят, что он прошел путь от рядового до руководителя. Несколько лет он работал заместителем руководителя телеканала. Сегодня он директор. Поэтому его 33-летний день рождения проходит в рабочей обстановке. И это лучший праздник, какой может быть, в кругу единомышленников и коллег, которые ценят его доброжелательность и любовь к делу. У Никиты есть планы, большие и маленькие, но главное, они интересные. Пожелаем ему удачи в день рождения.